кабина, модель Puro H511L. Монтаж кабины начните с установки поддона. Отрегулируйте уровень поддона, изменяя высоту ножек, и зафиксируйте их с помощью гаек. Убедитесь, что поддон установлен по уровню. Установите задние стенки на поддон, скрепив их между собой. Соедините торцевое стекло с задней стенкой. Соберите переднее неподвижное стекло при помощи вертикальных и горизонтальных профилей. Закрепите уплотнитель на неподвижном стекле. Соберите дверь, установив на нее петли, ручку, магнитный уплотнитель и уплотнитель. Установите дверь. Установите крышу. Установите полочку, душевой гарнитур и крючок. Душевая кабина Puro уже укомплектована функциями: парогенератор, радио, вентиляция и хромотерапия. Для удобства имеется пульт дистанционного управления. Встроенный однорычажный смеситель оснащен тремя режимами: тропический душ, ручная лейка, точечный гидромассаж. Ваша кабина готова! В качестве дополнительной опции рекомендуем использовать стульчик.